На стадионе все еще идет праздник. А Саша мне позвонил, что купил молоко. И зовет меня в итальянский ресторан. Силы у меня появились для поглощения пасты или пиццы, что он там выберет. Поэтому я решила дома не готовить, а пойти светской жизнью пожить. Посмотреть, чем народ там дышит. Ну, народ сегодня дышит спортивным праздником. Чем же еще дышать сегодня? Сайрам Кришна, бая, деа, четраварти, бая. Это еще одна его названная сестра. Где, говорит брат, Кришна. Муж у нее умер в том году, выпить любил. Вот. Ну ничего, она не изменилась. Вот мы как познакомились с Сашей, я тут искала жилье. Он собирался приехать. И мне подруга говорит, он же не знает, где что. Сними ему жилье. Вернее, не сними, а поищи, чтобы он тут не носился. И нам сказали сходить туда, вот к Кришне спросить. Она показала нам этаж целый тогда вот. И так мне понравилось. Говорю, я даже не буду искать. Понравится ему, не понравится, пусть живет. А он приехал, посмотрел и говорит, давай вместе жить тут. И все. И прям такой вот быстрый переход. Только познакомились, 3 дня или 4 пробыли вместе в Ришикеше. А сюда приехали и все, сразу съехались. Приветики, здрасте, сайрам, сайрам, всеобщий сайрам. Пойдем, пойдем. Привет, сайрам. Какая красивая. И ручки так сложила. Хорошо, ага. Making couple. Они сказали, что мы улыбаемся одинаково с Сашей. Спасибо. Он говорит, она говорит, баба, put you together. Он говорит, сай баба вас соединил. Ага. А, ты его чинкава видео? А, это он первый раз меня вживую увидел. И он говорит, улыбаешься так же, как на видео. Что в жизни, что на видео. Ага. Так ее мужчина сказал, что они не играют, говорит. Они сейчас нас встретили. Да, сейчас встретили нас без камеры. И он говорит, что так же улыбаешься и так же выглядишь. Ну а чего здесь? Здесь что с камеры, что без камеры. Мы так счастливы, что все время улыбаемся. I still darling celebration, sport celebration. I watch from our not roof, but from our floor. Ага. Он говорит, я посмотрел с крыши. Я мог, говорит, очень хорошо все это видеть. Я поняла, почему. Почему мы все время там перед этим итальянским рестораном ругаемся? Он говорит, now papa hungry, we have to wait 20 minutes. Or we can go to Arkan bar. Пошли в Arkan bar, да, пошли. Only 700 kilometers from Bangalore. Или в Arkan bar, говорит, пойдем. Закончилось, может быть? Ну или это уже кто? Насмотрелся, уходят. И он все время такой голодный. Давай. Он все время такой голодный, что... Да. Что вот эти 20-минутные ожидания предстоящие, его это сердит. Да, он говорит, испортили. Вот этих вот нищенок с детьми, которые такие молодые, идут, клянчат, потому что люди дают им денежки. Если, говорит, 3 дня не давать, они, говорит, не приедут в эту деревню.
такая уютненькая улочка, вот эта вот яркая. Да, но сейчас она пустая практически. Me too. Only spaghetti, no pizza. Все, отлично. Пришли к консенсусу. Закрыты. Tomorrow. Why today no? С утра закрыто. Maybe because celebration. Ну вот, итальянский ресторан. Потому мы и не поругались. Other place, Saturday not very good, I know. Да и я не хочу особо, мне все равно. Тогда идем в Sei Tower. Sei Tower. Идем в Sei Tower. А что мы празднуем? Спортивный праздник празднуем? У нас Sei Tower по большей части связан с какими-то праздниками. I never went. Пошли. Все. Потому что в Sei Tower у нас уже на завтра гости приглашены. А сейчас идем в German Bakery. Попробуем. Честно говоря, опять же, мне все равно. О, прямо даже блок Huawei. Ну, это популярная вот эта вот Саисурья. Поэтому в момент ужина народу там много. Ой, сэр. О, привет. Thank you. I remember you sold balls, singing balls. Now you working here? Also here. And your singing balls also here? Also here, yeah. Good. Very good. Remind me, what is your name? Наджинг Шерпа. Наджинг Шерпа. Thank you. Может, кто-то помнит, как я у него была в магазине и поющие тибетские чаши смотрела. Вот. Теперь его магазин здесь. Какая прелесть. Как я люблю такие столы. Срез дерева. Причем дерево такое необычное. А можно нам меню? Ой, как здесь-то хорошо. Thank you. Угу. Что у них есть? Said German Bakery. Ну, здесь, естественно, есть соки. Фреши. Папайя джус. Есть ласси. Милкшейк. Завтраки есть, сеты. Roast potato with mushroom. Roast potato with cheese. Roast potato with... they have... Не хочу. I don't want potato. No, they have vegetable fried rice. Прямо не знаю, что хочу, потому что я особо ничего не хочу. No, they have more look in the back. Давай паста, лучше паста. If we wanted to eat today pasta, better eat now pasta. Так, вот паста есть. White, I also like white sauce. Да. White sauce and mushroom pasta. Okay. Maybe we buy only one. Are you hungry? Coca-Cola also? Mama, one is not. Окей, до. Как скажешь. Maybe one pasta and one I like potato. Давай, хорошо. Счастье. То он говорил, мы закажем одну только пасту, а теперь говорит, он все время, когда приходит, ему неудобно заказать мало. Он, ты давай вот этого еще поешь, вот этого. Ну как с ним похудеть, если он стесняется заказывать мало? Давай, хорошо. Я же знаю, что ты что-то закажешь, поэтому заказывай, что хочешь. And for me, cola. Very kind. Today, папа, very kind. Что это? Что это, Сайрам? Потому что спортивный праздник, да?
Мама потеряла все силы на спортивном празднике. Надо подзаправиться. Сейра. Сейра. Такой сияющий. Прям вечер, а он не уставший. Лучезарный, я бы сказала. You want white sauce, Ali? White sauce and mushroom. White sauce and mushroom. In pen. Huh? In pen. In the pen? No, it's you want the spaghetti or pen? Spaghetti. Spaghetti? Yeah. And do you have any Pepsi or Coke? Oh, yeah, we have two. One Coke. Да, спасибо. So, one pasta. And one veggie. Да. Yeah? Да. Give me welcome, welcome. Прямо любуюсь. Ага. Любуюсь на лучезарную улыбку. Просто так приятно посмотреть. Принесли. Говорит, this more cold. Говорит, для кого из вас более холодное, для кого менее холодное. Ой, нам даже цветочек поставили. Спасибо большое. Thank you very much. Я сказала, мне не надо стаканчик. А Саши попросил себе стакан. Ну, давай, celebrate something. Let's celebrate. А 14-го будет Макара Санкранти. Повернется солнце. 14. From 14 to 15. 14. Always. 14-го всегда. 14-го Макара Санкранти. Давай. Так, а как тут к этой завитушке-то прицепиться? Она ко мне в рот не лезет. Дарлин, почему она не лезет ко мне в рот? Why it's not move like this? You can see the design or you can drink. Все хорошо, разобралась с дизайном. Ой, баба. О. Как это красиво, да. I saw three days ago in Bangalore, darling, they had roses, flowers, about 20 pieces, 20 rupees they sold. 20 pieces? Да, букеты, прям большие букеты, они продавали по 20 рупий. Да ну что ты expensive? Не expensive. Even some Indian people sell from other parts. В России-то вон какие розы дорогие. Здесь по 10 рупий штучка. They sell one big packet of bouquet for temple, only 10 rupees. Папа хангри, папа хангри. Долго-долго ждали. Сейра. Ой, а что это у нас такое? What did you order, darling? What is it? So beautiful. Vegetable barter. Thank you, Buddha. Thank you, thank you. О, как красиво смотрится. Too much mushroom. I don't like mushroom. Ну, тогда ешь барту свою. You can eat here too. Да, давай. Давай сделаем границу. Йо, вебьо. Вкусно. Yeah. This is for papa. Oh, very nice. Without mushroom I like. No mushroom. I like. Thank you. Подуло. Тесте бухотача. А что там внутри? What inside? Vegetable. Овощи. А, бургер, бургер, вегетарианский бургер. Yeah. А мне послышалось барта, vegetable барта. Ну ты ешь, оставляй мне грибочки. You can leave for me mushroom and eat... Так, ну вот так он выглядит, вегетарианский бургер. Я там думаю, картошечка, цветная капуста, зелень, паприка. Сейчас попробую. Лучок еще, морковка. И, по-моему, немножко муки. What time now? Now must be... 8? No, 7. 7? 8? 7, 7. Люди все возвращаются. I think... Not even 7:30. Evening will be firework. It's only 10 after 7. А, 10 минут 8 только.
Видимо, закончился праздник. А это и финиш, celebration. Ой, не доесть очень много. Не люблю выкидывать пищу, но придется. Мне нравится, когда кухня открыта. Same, they have same gas, как у нас, у них такие же плиты. Оказывается, есть то же, что во всех German Bakery. Чизкейк, булочки. Вот. Almond cookies. Вот как нас с песнями. Так вот, он и пишет, и песню поет. Еще и считает. Еще и вспоминает, что у нас было. Yes. 400, говорит. Мне, говорит, не надо калькулятор, я и так в голове посчитаю. Thank you. Thank you. Ой, а я не разувалась, а тут разуваться надо, да? Я не знала. Стукнуться можно. Намасте. Мы уже сегодня обнимались, они к нам в гости приходили. Ням-ням, one more time. Сайрам. 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 Ну, давай так. Или так. Okay. Yes, yes. Or good habit. She wakes up 5 in the morning, 4 in the morning. 4, sometimes 3:30. But this is a good time to go sleep. Да, да, the best, the best. What God gave us. Все, счастливо, пока. Ага, сайрам. Наши немецкие знакомые. Мы уже года 3 знакомы. Вернее, с ней и с ее дочкой. Дочку зовут Тара. Тара. Почему-то ее здесь нету. А это вот какой-то молодой человек. Она сегодня с ним пришла в гости и сказала, что это Бог ей послал. И они так же, как мы, встретились как-то невероятно романтично. А как романтично, наверное, завтра расскажет. У нас завтра ужин в Сайтауэр с ними. Ну, поскольку, когда сошли с иностранцами, они будут разговаривать, скорее всего, по-немецки. 400? Не, недорого. Поэтому я говорю, я приглашу кого-нибудь русского еще, чтобы посидеть, поболтать. Ананасики. Ну что, вот где-то 7:30. Так выглядит у нас Main Road и вход в ашрам. Главная дорога. Ой, зачем так много заказал? Одной бы тарелки спагетти вообще бы хватило. Какой-то бургер. Так вкусно пахнет палочками здесь. Да, да. Very good. Неохота дома готовить. Ага. Да. Я сейчас захвачу молочко, пойду скипячу. А он еще тут погуляет немножко. Я уже не хочу гулять. Он сегодня купил молоко. Да я дойду. Давай мне молоко. Намасте.
Сыра. Все, пока. Вот 2 литра молока. Он же все время делает свои молочные чаи. Поэтому сам и покупает фермерское молочко. Так. Ну все. Всем счастья, здоровья. Пошла кипятить свое молоко. Заканчивается 11 число. Возможно, 11 января. Если еще будет салют, часов в 9, может, тогда мы вот в это окошечко с другой камеры посмотрим. А если не будет салюта, иногда бывает, иногда не бывает, то тогда всем всего хорошего. Увидимся.